Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео хочу поделиться с вами, как сделать серединку для бантика из доступных материалов, которые вы видите на экране. Досмотрите видео до конца, будет два варианта серединки, и способы тоже будут немного отличаться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам понравится больше вариант. Итак, нам понадобится фетр нужного цвета. С помощью такой линейки я нанесу на фетр окружность диаметром 20 мм. Для этого буду использовать белую гелевую ручку. Для удобства сделаю разметку, отмечу 8 точек. Я использую бисерную иглу с мононитью, но можно обойтись и простыми нитками и иголкой. Главное, чтобы игла проходила через отверстие в бисерине. Делаю закреп нити. Набираю одну бисерину, одну пайетку, снова бисерину и пайетку, и еще раз бисерину и пайетку, затем 3 бисерины. Как вы видите, длина набора до середины круга. Вводим иглу, отступив от центра 2-3 мм. Повторяем набор и снова вводим иглу, отступая от центра. И так 8 раз. Способ очень простой, заимствованный из техники вышивки пайетками и бисером. По крайней мере, у моей 10-летней дочки получилось. Украшаем центр нашего цветочка. Для этого набираем одну хрустальную бусину и одну бисерину и снова проходим через бусину, чтобы закрепить. Можно пройти так несколько раз. Получился такой цветочек. Можно оставить так, но я решила по контуру оформить мягкой канителью. Это такая тоненькая пружинка, которую используют в вышивке для декора. Я нарезала канитель на отрезки. 8 отрезков примерно длиной 1 см и 8 отрезков чуть подлиннее. Нанизываю отрезок канители на иглу и ввожу фетр, отступив по размеру пайетки. Thank you.
Сделаю два таких ряда, прям плотненько. Отрезаем аккуратно лишний фетр, чтобы не задеть ниточку. Вот и все, цветочек готов. Экспериментируйте с цветом пайеток, бисера и получайте множество вариантов, какие душе угодно. Использовать их можно как серединки бантиков, как самостоятельное украшение. Я нашла такую основу-невидимку у себя в запасах. Это может быть другая какая-то заколочка, клик-клак или зажим, даже колечки и сережки. Второй вариант я буду вышивать на фетре, используя пяльцы. Мне это кажется удобнее, хотя не так экономично, но если делать сразу несколько таких цветочков, то это оправдывает себя. Здесь я не буду использовать канитель. Если у вас ее нет и вы не хотите на нее тратиться, то можно заменить на обычный бисер. Набираю 7 бисерин, размер бисера у меня десяточка, делаем один ряд, этого достаточно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду ваши комментарии. Напишите, какой МК вы хотели бы видеть на моем канале чаще, бантики или серединки к ним. Всем пока, до новых встреч на моем канале.